В центре внимания и развития системы здравоохранения, особенно в столь сложный период, когда весь мир борется с пандемией коронавируса. Изучается международный опыт в области скорой неотложной медицинской помощи, поставлены серьезные задачи с целью развития этой сферы. Все эти вопросы рассматриваются на открывшемся сегодня в медицинском университете симпозиуме по теме «Система скорой неотложной помощи и неотложная медицина в академическом образовании». Мероприятие продлится до 12 февраля. Симпозиум организован в рамках недели укрепления системы скорой неотложной медицинской помощи. Ректор университета Герар Гарабиали отметил, что в прошлом году в декабре в высшем учебном заведении была создана кафедра неотложной медицинской помощи. Заместитель министра здравоохранения Надир Зейнала, представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Гарманджи и другие отметили значимость предстоящих в рамках симпозиума тренингов по скорой неотложной медицинской помощи. Подчеркивалось, что их проведут турецкие специалисты.